нормально. Всем привет, с вами Витчелланд, и я решил посмотреть игру под названием Rayman Rush на PlayStation 1. Первый раз в жизни вообще это вижу. Русский. А почему русский? Это разве русский флаг? Ладно, окей. Так, режим Rush. Так, новая игра, далее. Новая игра. Окей. Иди. Так, выбрать игру. Один игрок, опции. Несколько игроков. Конечно же, один. Тут у нас, типа, выбор, кем играть. Rayman. Ой. Globox. Подлиза 800. И Цирюльник. Раз, два, три, четыре. И четыре секретных. Наверное, давай посмотрим за самого Реймана. О, он похож на Векторменна на Сеге. Он тоже из шариков там состоит. И тоже такие штуки может всякие делать. Так, я выбрал. Ой. Выбрать уровень. Так, зона 0. Я не туда. Навес. Первые руины. Электротоннель. И водный каньон. Так, давай за навес, наверное. Я не знаю даже, что тут делать. Чемпионат на время. Давай чемпионат. Шуренька. Давай сразу с первого шага прям чемпионат. Оу. Даже не знаю, какие кнопки, что нажимать. Вперед? Да, вперед. Так, это прыгать, это что-то пулять. Оу! Меня заморозили. Так, я тоже могу заморозить. Ау! Понятно, это... Ага. Какой-то Crash Bandicoot на время. Прыгай. Давай, прыгай. Ау. Прыгай. Да, к такому я не готовился. Вау. Камера меняется вообще. Фига, я должен по этому прыгать. Ого, у него как у Бакс Банни уши. Он умеет. Да, блин. Я же запрыгнул. Щет.
Это не так-то и просто, оказывается. И звуки еще из Тома Джерри такие. По Сеге, на Сеге который. Погнали. Она уж угнала, эта баба, с которой мы бегаем. Соревнуемся. УД. Вон уже финиш. Ау. А второй круг, типа. Да что такое, все бочки собираем. Фига помчался. Немножко уже приблотыкался. Прям под бочку. А у меня есть какой-нибудь КП там? Прыгай. Прыгай. Не успел. Прыгай. Это не так-то и просто. Щет. Ага. Ну вот я уже побыстрее начал. Ау. Уже бочки тут расставил. Давай дальше. Значит, Рэймон... А, я взрывать могу. Последний круг. Сколько кругов-то? А, их можно переставлять. Понятно, всякие ловушки можно делать. Не успел. Но все равно уже побыстрее. Ого, тут попробуй успей. Вон она, вон она. Ой, сам себе же хуже сделай, ё-моё. Давай, сейчас придем последний. Да где тут? Давай. Ну, первый забег, я думаю, все равно не... Что, у меня кончились? Для первого забега это неплохо, я бы сказал. Чемпионат на время. Чего написано? Проверить карту. Чемпионат. А, выбора не будет, что ли? А, блин. Я хотел другую карту. Ну давай еще раз попробуем. Помчали. Нате. Воу. Ай, блин. Давай. А где? А, тут сразу можно свернуть. Ого, они ездят. Такому жить меня не учило, чтобы они ездили. Вот, а она куда? На второй этаж куда? Да чё ж ты застреваешь-то? Блин, я стрелял вообще-то. Ай, чувак, давай.
Эй! Куда полезла я тоже? Эй, я быстрее. Понятно. Это точно на какую-то игру похоже. Стреляй. А сами они очень медленно прыгают. Не заморозили. Прыгай, Реймон, блин. Так, она куда-то там выше. Все время держать вперед, это не очень, конечно. Постоянно. Вау. Ну, какой-то левел другой пошли. Да ладно, очухивайся. Эта женщина заколебала меня делать. Слишком сильно затормаживает эту ловушку. Все время мне на уме Том и Джерри. Север. Да, блин, что это за дичь? Прыгай ты. Это кто, заяц или кто? Все бочки мои. Да прыгай ты. Он полдня не выходит из этого состояния. Эта женщина уже прыгать начала. Молодец. Ни туда, ни сюда. Сейчас поиграем. Давай, Реймон. Давай, сейчас финиш будет. Давай. Бочки, бочки, аккуратно, бочки. Молодец. Сам себя же. Мы в секунду первые пришли. Это было прикольно.